Здрасте. Не в Готу. В самое лучшее место на планете. Не знаю, мне всего хватает. И что? Ну, может, для мага нормально, да? Чё подождёшь? Не думаю, что я хочу слышать об этом. Да прекрати. Всё-таки мне очень и очень не нравится. О, моя любимая. Эх, давно их и не видел. Ну, по сути, мне осталось фаринг пройти, да, и тут зачистить. И Готу. Но в Готе вроде бы более-менее легко. Там немного квестов. Извиняюсь. Я сломаю твой черепок. Не надо. Остановись здесь. Тут вас многовато. Да, надо пойти могу купить потом. Oh!
А где это я вообще? В г... На входе, наверное, да? У тебя прав? Может, хватит? Остановись здесь! Да сколько вас тут? Псих. Так. С кем он там дерется? С нежитью. Привет, чё ты делаешь? Почему именно тут?
Ну, наконец-то ты здесь! Вытащи меня отсюда! Горн, что ты опять натворил? Горн, что ты опять натворил? Я пытался найти камень телепортации в Готе, да только там полным-полно скелетов и зомби. Ими управляет один очень злобный демон. Вот, а когда мы убегали от этих чудовищ, меня поймали орки. Весь повстанческий отряд разбит. Зачем тебе камень телепортации? А зачем тебе камень телепортации? Повстанцы из Окары хотят проникнуть в крепость короля. А в Готе должен быть камень телепортации в столицу. Ты работаешь на повстанцев? Ты работаешь на повстанцев? У нашего друга Ли еще есть кое-какие счеты с королем, как ты сам знаешь. Он велел мне подобраться к королю. И мне подумалось, что Окара — лучшее место для начала этого задания. Где сейчас Ли? Где сейчас Ли? Он носится где-то в ледяной пустыне Нордмара и бьется с орками. С каких пор ты стал бояться нежити? С каких же пор ты стал бояться нежити? Гота, просто адское место! Если этот демон нападет на тебя, ты тоже будешь дрожать, поверь мне! Нет, зачем ты атакуешь город, если знаешь, что там обитает демон? Зачем ты атакуешь город, если знаешь, что там обитает демон? Повстанцы дали мне этот божественный артефакт, понимаешь? Один из них рассказал, что эта штука делает своего владельца неуязвимым. Полная чушь! Мне все равно не удалось одолеть демона! А где сейчас этот артефакт? А где сейчас божественный артефакт? Эх, я выронил его во время битвы с демоном в Готе. Наверное, это чудовище забрало его себе. Теперь ты вновь свободен. Теперь ты вновь свободен. Спасибо, дружище. Я знал, что на тебя можно положиться. Да-да-да, убьем этого демона из Готы. Убьем этого демона из Готы. Вообще-то, мне не очень хочется снова туда идти. А с другой стороны, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Подожди. Подожди немножко. Подожди, не спеши. Вдруг там снова орки. Ненавижу орков. Нет орков, нет. Блять. Там что наверху? А вот. Фак. Фак. Ни хрена здесь нет. Вперед, на Готу! А теперь идем. Я знаю дорогу. Да я тоже как бы вижу дорогу. Вдруг музыка сменилась быстро. Чё ты туда пошёл? Сломано. Можешь постоять, нет? Тебе, ублюдок. Стой.
будет стоять, нет? Или он... Да, он постоит. Сейчас немножко... Надо же посмотреть, что тут есть, что нет. Телепортация. Горн, ты мог пойти просто в другую сторону? Больше ничего нет. Куда он пошел? Нет. Да нет же. Боже, Горн, мать твою. И врагу пускай. Или он сдох. Где ты, мать? О, мой чинес. Здравствуй. До свидания. Как он сюда? Почему он сюда пошел вдруг? Блин, козел. Пошёл нахер.
Привет. Давайте хлеб попью. Ты ему показал. Убежал. Помощь. Ты ему... Так, вот тебе, ублюдок. Успокоиться, нет? Там ничего нет. Да, он встал. Сломано. Сломано. Больше ничего нет. Очень нужна. Там ничего нет. Пропустил. Демон из Готы больше никого не напугает. Демон из Готы больше никого не напугает. У тебя опять все получилось. Надеюсь, ты никогда не встретишь противника сильнее себя, друг мой. Я уже 300 раз встречал. Что ты теперь будешь делать? Что ты теперь будешь делать? Постараюсь восстановить Готу. Там много людей, которым нужен кров. Смотри, чтоб тебя не убили, друг мой. Было б жаль. Пока есть ты, все это меня хоть как-то забавляет. Если я понадоблюсь тебе в качестве боевого соратника, то ты знаешь, где меня найти. Okay.
Мне интересно. Я это уже знаю. Сломано. Сломано. Ну ок. Иоданас сказал своим братьям: «Никогда более ваша нога не ступит на мои земли. Для вас они неприкосновенны». Интересно. Ну, у меня лучше есть. Хотя, если его заточить... Да, он будет посильнее. И получше. Я думаю, что я найду связанное с паладинами. Я это уже знаю. Да. Неинтересно. Уже знаю. Неинтересно. Уже знаю. Только посмотри на это. Когда-то здесь стояла гордая крепость паладинов. Интересно. Ничего нового. Ну, ок. Ну, окей. Больше ничего нет. Thank you.
реальность. Ничего нового. Больше ничего нет. Там ничего нет. Ну, наконец. Акара, Акара, Акара. А. Оба-на. Что у меня вообще есть? Это полезно. Ну, я не знаю, наверное, что полезнее. Это полезнее. Так, и теперь телепортируемся в Акару. Сейчас. Да, не будем пока тратить. Пока не будем тратить дерьмо. 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 Дерьмо, 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 дерьмо. У тебя наверняка есть еще дела. У меня есть камень типа. Нежить в Готе уничтожена. Нежить в Готе уничтожена. Инос забрал их. Наконец-то проклятие шаманов снято. Благодарность всех честных людей в этой стране тебе обеспечена, чужеземец. Прими это золото в качестве скромной дани от всех нас. Тебе это понадобится для восстановления Готы. Город должен опять засиять во всем своем былом великолепии. Поговори с Шоном. Он должен дать все необходимые распоряжения. У меня есть камень телепортации в Венгард. У меня есть камень телепортации, который ведет в столицу Венгард. Нужно наладить связь с королем. Нормально. Перевод прям. Шон. Мы должны заново построить Готу. Зачем ты меня... Хорошо. Я пойду туда и позабочусь об этом. Правда, мне нужно для этого золото. По меньшей мере 1000 золотых монет. Вот тебе 1000 золотых для Готы. Спасибо, друг. Этого должно хватить. Я немедленно принимаюсь за работу.